Галина Чувеляева – известная петербургская художница, член Союза дизайнеров и Союза художников России. Она является автором пейзажей, портретов балерин, а также живописных серий «Морская душа», «Наши друзья-коты», «Солнечный ангел», «Хранитель земного счастья». Именно знаменитых ангелов Галины сегодня могут увидеть рязанцы в галерее «Переулок счастья». Невероятно теплые, яркие, действительно солнечные, вроде бы и похожие друг на друга, но в то же время обладающие яркой индивидуальностью. Каким образом родилась эта серия работы, почему именно ангелы? Галина долго над этим размышляла и решила, что истоки нужно искать в ее счастливом, красивом детстве. Прожила я долго на Украине Западной, где цветали сады по два раза в год. Вот Карпаты были из окна видны, речка горная. Не было тогда никаких гаджетов. Все это на речке, все это в горах, какие-то походы, красные маки, поля с красными маками. Потому что, в общем-то, немножко не хватает света вот в Питере. Он такой красивый, жемчужно-серый Питер. Но откуда вдруг вот в картинах столько солнца, столько какого-то цвета, света. Ну, думаю, что, наверное, вот оттуда. Насмотрелась в детстве. Ангелы Галины Чувеляевой похожи на детей 2-3 лет. Тот самый возраст, когда малыши с невероятным интересом смотрят на мир широко распахнутыми глазами, излучая любовь и доброту. На картинах художницы они едят варенье, дарят цветы, грустят, веселятся и вместе с тем согревают зрителей, заставляют вспомнить детство и вновь почувствовать себя ребенком. Все работы обрамлены авторскими рамами. Галина сделала их из досок, которые некогда составляли веранду старинного дома. Таким образом, они получили новую жизнь. Ну а мы, благодаря Галине Чувеляевой, получили возможность прикоснуться к прекрасному и познакомиться с чудесными солнечными ангелами.